теперь мы на сцену приглашаем нашего гостя Василия Шумова, группа «Центр». Прошу. В 1982 году на физтехе в городе Долгопрудном состоялся фестиваль, подпольный рок-фестиваль, где мы познакомились. Да? Я тогда еще подумал, какой перспективный тенор в Москве появился. Вот. Я баритон драматичный. Ну тогда у тебя тенор был. Нет. Расширенный баритон. Thank you.